детского мира. Это пристроили так, вообще удобно так. Здание двухэтажное, на второй этаж лифт сделали. Фу, я ж запарилась, не могу. Как хомяк. Набрали подгузник, питание. Ну, сейчас будет открываться. Лестница. Они что, такую фигню геморрой придумали? Выход теперь у нас по ключам, домофонам. Тут был ремонт года два назад. Он уже разваливается. Почему приезжает именно маленький лифт? Почему не приезжает большой? Камеру поставили у нас. Так, что у меня там есть? Это компот, остатки. Взяли вот эти подгузники Либера. Dry pants или что, трусы, в общем. Самый большой размер беру, но у этой фирмы аж семерка. Другие фирмы даже не везде шестерка есть. Значит, Захаркино питание и перекресток. Так, ну давайте. Питание, значит. Все помялось, ребята. Хлеба нам нету. Надо ходить чисто за питанием. Потому что я трамбую потом в коляску вот туда вниз. В сетку, так скажем, да? Гречневую кашу с черносливом мы ели. Вроде ничего. Нормально все было. Носочки ему взяла. Две пары здесь, вот 86-92, это зелененькие и вот такие вот синенькие. И, что немаловажно, с антискользящим эффектом. Все, вторая каша, вот такую взяла. Как бы просто вот в этих упаковках очень удобно, то что здесь уже есть же свой зажим, да, удобно так оторвал. Сделал кашу и зажимы сделал. Тыкву абрикос взяла. Тыкву абрикос. Мне кажется, тыква для пищеварения хорошо. Дальше ему его вот эти. Целая куча, потому что не очень удобно такими кормить. Это все так дорого, когда он... Мечтаем, чтобы ел об нашу еду. Ну, что поделаешь. Я, руки трясутся, устала. Брюс, что ты делаешь? Далее. Овощное. Морковка. Вот это овощное, это он ест, если у меня нечем его накормить нашей взрослой едой. То он ест овощные вот эти вот салатик из сладких овощей. Вот этот вкусный, потому что здесь прям так вкусно, в общем, как его, как она, ну как она, кукуруза. Такой сладенький эффект дает, она очень вкусная. А, или вот этот салатик. В каком-то из этих баночек очень ярко вкус выражен. Кукурузки. Вот биолакт кисломолочный ему набрала. Вот. Тоже между едой, чтобы он пил. Такую взяла. На самом деле, педиатр вообще посоветовала почему-то Тёму. Хотя Тёма многим не нравится. По-моему, все. Детский мир, подгузники и питание. Кошмар. У меня даже чека нет, представляете? Я заперлась в перекресток без чека на вот эти товары. Я его забыла или что взять.
потом тряслась, думаю, блин, хоть бы ко мне не привязались. Так, надеюсь, я здесь не продырявила, иначе невозможно будет это есть. Она же бактерии попадут туда. Брюс, ну почему ты мне мешаешься? Блин, подавилась. Колбаска такая докторская, перекрестки продается. Себе к чаю взяла самсу с бараниной. 53 рубля. Захар проснулся. Вот такой сыр. Этот Эдам. Мне нравится. И себе взяла. Это Захарки, а это себе взяла Активи. Печеные груши и 5 злаков. Тут что-то было написано. Плюс лен. Не знаю, не пробовала. Так, и огурцы. И магазинчик. Сейчас я буду борщ. Борщ в большом обедать. Идет Захарчик. Который капризулька такая. Запатунька. Это киска. Верба муж принес. Одна штучка. Сегодня же вербное воскресенье. Вот я ее... Никак не могу книгу дочитать вот эту. И неизвестно, дочитаю ли. Как поем сухари, мне начинает в горле першить. А мы с Захаром вот это купили, вот эту. Вот такую. Так, Захар, давайте я компот налью. Хотела показать помидоры. Вот эти помидоры в этой упаковке, они из Пятерочки. Вот. Называется «Мое лето. Российские премиальные овощи». Такая. Вот. Нам помидорчики эти черешни понравились. Черешни. Они, ну, вкусные такие, поэтому хотела показать. Попробуйте, купите. Глянуть, какие подгузники у нас тут ожидаются. С ромашкой и алоэ. Индикатора нету. А эта штука идет. Захарчик, ну куда ты полез, сынок? Запах чуть-чуть есть. Такой фабричный. Зося. Давай мама это заберет. Осталась одна от фирмы. Любимая книжка Захара. Вот так вот он ее обгрыз. Она была, естественно, новая. За то время, пока Захар эволюционировал, он ее ухайдохал. Мишка косолапый по лесу идет, сиськи собирает, песенки поет. Белка озорница, с ветки скок-поскок, сишку уронила. Прямо мишки в лоб. Поднимай. Я хотела показать предыдущие подгузники в форме трусиков. Помните, я показывала хаггисы? Это же я Либера взяла сейчас, а это хаггисы. Есть индикатор. Вот это перед. Ну, мы так одевали. Ну, мы к ним привыкли. Значит, что нам понравилось? Тоже самый большой размер. Нам понравилось, что вот здесь по бокам есть такая липучка, видите? То есть, в принципе, они как подгузники работают. Захотел, прилепил. Захотел, отлепил. Последняя штука осталась. Запах у этих запах тоже есть. Даже он сильнее, чем здесь. Да, сильнее, чем вот в этих либерах. Здесь сильнее запах.
Ну, мы к ним привыкли, нормальные такие. Поднимай книжечку. Ждем папу, продукты снимаем. А может, выложим влог. Может, выложим влог. Кто-то забыл включить гирлянды. Какой-то фильм. А, ну, мелодрама с моментами. Я драмы, триллера. Если вы возражаете, в общем, это вообще... хирург. Его обвиняют в убийстве какого-то шишкаря. За стиральной машиной. Сынок. Да, сынок. Захар, укуси, сыночек. На-на-на-на-на-на-на. Не получилось. В общем, хотела вам показать. Муж обнаружил сегодня утром, в работу уходил. Длительная просьба перезвонить в клинику Примаден, сообщить о вашем самочувствии, и мы беспокоимся. Вот я от них уехала на скорой. Это вот они к нам приходили. Вот так вот. Вот так вот. Я видела неотвеченный просто. Просто. Так и не перезвонила. Вот видно, ребята, 1 апреля сегодня, никому не веря. Я говорю, написала пирожное, а муж как торт взял. Усладов, на Усладов, нам нужно знать ваше мнение о наших тортах. Ну тут пломбирный. Это что, это как мороженое? Получается. Да нет, там бисквит, по-моему. Не, ну понятно. Ну просто оно как мороженое. Фисташки. Фисташки. А что это? Маленькие. Чтобы больше не съела. Перекресток. А такими кольцами не было? Лекарства. Тантум Верде, Аквамарис и Лизабакт. Орхидея, русалочка. Это мыло на кухню. Хлеб. Это я зашла в магазин. Ну, мне тяжело затаскивать все. Груши вот такие мы любим. С Захаром. Окорочка. И помело. У тебя помело не пропащее? Да я выбрал вроде там получше. А то оно какое-то что-то как прибитое. Все, и 2000 нет. Фильм. Я очень тебя люблю. На канале Россия. Называется «Акушерка». Деле... Очень люблю тематику роддома. Ты попадаешь на школе литературу. Но. Но. Стивен Кинг. Вообще интересно. Сначала фильм. Тоже был учителем. Интересно посмотреть. Потом стал известным и успешным. Да, Захар? Ты Захар съел творожок. Захар! Пошли, уже пакетик сгрызла с зеленым чаем и с фильмом. Да? Ложку сосешь? Посмотрите, этот фильм называется «Акушерка». Не знаю, какой год. Тут мать умерла, и мертвой матери уже разрезали живот ножом. Ребенок хочет остался. Кошмар. Ужас. Это она, акушерка. Женщина это. Торт. Но для тех, кто не любит крем, он не подходит. Он очень кремовый.